дивимося, дівчата, дивимося на приклад. І що ми бачимо? От, Катюш, ти можеш сказати, що ти бачиш? Ти бачиш якісь формули? Дивимося, зі 4b в квадраті, а зі b в квадраті, а зі 1, а зі 4. Математика нравится. Может, сложновато дается, но так ее надо учить. Потому что в любом случае пригодится, если я пойду там, на программиста. Где, в Молдове или в другой стране? Тоже еще не определилась. Сначала я думала в другой стране где-то, не знаю, может, даже в Украине. А сейчас думаю, что в Молдове тоже есть много и медицинское образование, и экономическое. Думаю, сложно выбрать. Волнуюсь, но так как нам уже из-за ковида в 2019 году отменяли ДПА, это еще один экзамен, у меня нет опыта в написании таких экзаменов. Как мы жили, мой папа соорудил такие пауэрбанки, которые могут заряжать ноутбуки, телефоны, вот. И мы купили много лент, которые для ТикТока, который такой вот светит, вот. И мы вот так вот жили. Я буду поступать в Киев, в Украину, потому что там, во-первых, мой дом, я хочу видеться с семьей. Но как бы ты не боишься, что там уже как бы небезопасно сейчас? Я привыкла к этой жизни, когда тревога, нужно идти там прятаться или там быть просто осторожной. Но я просто хочу увидеться с папой, с друзьями, конечно же, на свой выпускной, который впервые, один раз в жизни, не хочется пропустить. К сожалению, занятия по онлайн очень тяжелы, а уже если готовиться к экзамену, то это еще тяжелее. А здесь они общаются между собой, и разбираем каждую тему, которая будет на экзамене. Нам, взрослым, тяжело, и я понимаю, что детям еще тяжелее. У них психика в развитии идет, и сейчас они, как губки, они все впитывают и плохое, и хорошее. Procesul de învățământ, de percepere a informației și învățarea a fost unul mai dificil. Am venit cu propunerea să oferim lecții gratuite de pregătire pentru examenele finale din clasa 11 pentru refugiații din Ucraina. Sunt foarte multe solicitări, dar capacitatea profesoarei de a lucra pentru pregătirea examenelor în număr de copii este nu chiar așa de mare. 7-8 elevi la lecție, însă solicitările sunt mult mai multe.